Светится. Светится. Грачев Андрей Сунгу будет. Замуж как стоит. Здорово, друзья! А чё бы нам не снять еще один вложек? И будет GoPro хоккей, и немножко про летний наш хоккей, летний наш турнир, и форма-то у нас старая. Об этом сегодня вам расскажем. Стальные крылья, второй состав. Лёх, да. Ты капитан, как оно? На должность капитана? Да. Слушай, хорошо. Отпесочил кого-нибудь прям, чтобы в раздевалке оставил? Нет, никого не песочил. Я заметил, что я репетирую речь. Типа вот две речи в раздевалке, но в раздевалке редко говорю, и репетирую речь перед воротами. Ну что, парни, дамы, прям в глазах меняем на искру, включая спервоногий. Очень ответственно, нужно вот в эту секунду всех зажечь, вот, и не сказать какой-нибудь херни. В целом, ну, коллектив-то весь дружный, хороший, вот, поэтому проблем никаких нету, и никого не песочил, никого. Мы играем 4 на 4, такой формат очень необычный, необычный формат. О. Причем, правила какие, играем 4 на 4, потом играем 3 на 3, потом еще бьем буллиты, очки, давай, расскажи про очки. Да, очки начисляются за каждый период, то есть пофигу, как там сыграли прошлый период или всю игру. Вот выиграл период, очки накинули, не выиграл, не накинули, причем за каждый период, за овертайм и за буллиты. И плюс там даже еще, по-моему, очки, если ты в общем выиграл игру по счету, и еще тебе очки накинут. Короче, очков можно было набрать во, блядь, вот столько, а мы, блядь, вот столько набрали. Все. Мы в старой доброй форме. Я отыграл всего лишь два матча до этого. Сколько было всю игру, не помнишь? 8, получается, это 9-я. Я практически не играл, тогда, можно сказать, а отыграл в новой нашей форме, но все как бы в старой, ну, исключением совсем как бы ребят новых, на них, видимо, не хватило фуфаек. И, короче говоря, ради такого дела, ради третьего места, борьбы за третье место, приехал даже в старой фуфайке, в старой доброй. Она, кстати говоря, чемпионская, причем она чемпионская дважды. Да. Дважды. Да. Да. Я там два раза два сказал. Да, да, да. Это новый формат игры, причем такой, да, такого хоккея-то даже, в принципе, нигде нет. Это изобретение чисто наше внутреннее. И правила свои. И у нас правила. И много кто забивает. Но ты не ходил. Не хочешь забивать? Так, я два матча отыграл. Это раз. Сейчас третий. Всего было 12. Получается, четверть отыграл. Серега сказал, если медали хочешь получить, три матча надо отыграть. У меня сегодня третий матч. Получается, что как раз третий матч сегодня. Блин, такой ты серьезный, да. Просто. Я даже не знаю, что сказать. Ты так серьезно отвечаешь. Ну окей, ну ты вот матч за третье место. Ну давай. Слушайте, матч за третье место, ну если серьезно... Не надо отбрасывать. Yeah.
Сорян. По игре неплохо, нормально, молодцы. А вот только сейчас вот в большинстве последний момент Кирилл входит на вершину бросать, а никто не идет закрывать вообще вратаря. Да, все открыто. Вообще все не были уже. Блядь, не надо отбрасываться. Так, если что. Всегда в борт куда-нибудь отбрасывайте. Я сейчас не видел, кто сделал. Настроение испортил. Блять, зачем? Не отбрасывай! Ну не отбрасывай! Дал только что позитивное интервью, что все классно в интервью лиги. Но все, хочу отозвать позитивные отзывы. Я не получил ни одного индивидуального этого самого подарка. Все, расстроился и ушел. Переоделся, поехал домой. Хочу сказать, что, во-первых, мы очень много опыта из этого формата извлекли. Многому все равно научились. Вот. И больше вы владели шайбой, больше бросков, тут все равно больше интенсив в игре. Поэтому, ну, надеюсь, что всем понравилось, и мы заслуженно взяли медали. Всех поздравляю с этим! Ура! Ура! Самый сильный! Стальные крылья! Да, самый сильный! Стальные крылья! Ура! Спасибо вам за прошлую и за сегодняшнюю. Потому что это прям была битва, что сегодня, что в прошлый раз. Поэтому... Очень приятно. На самом деле очень приятно. Большое удовольствие. Классно летом поиграть.